Ладно, сегодня никто не умрет. Так будет попроще. Ну и где эти сраные медикаменты? Ну, чем порадуете? Что ж такое? Пусть в гараже будет хоть одна скорая. Господи. Это что за тварь? Спокойно. Забирай припасы и ходу. Нашла. Это хорошо. Не подведи. Нет. Да. О, слава богу. Лев, готов все праздновать. Давай!
Должен быть способ выбраться.
Никто не поведется на эту бесню. Надеюсь, Яра держится. Ищу тебя. Что ты сделала? Ничего. И я велела тебе ждать. Не вышло. Твои друзья тут повсюду. Ты все достала? Да. Осталось убраться отсюда подальше. Эй. Давай за мной. Привет, Элис. Да. Хочешь погладить? Не бойся. Вот видишь. Ну все. Можешь проведать ее, если хочешь. Она поправится? Да, очевидно. Привет. Они дети. Ну да. Что с нами стало? Может, мы перестали искать свет? Может. Пойду узнаю, как она. Хорошо.
получится, она с тобой не пойдет. Я ее уговорю. Мы нарушили правила, Лев. Ее напеет и будет волновать. Нет, я... Почему не спишь? Да я... меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Я туда и обратно. О чем они спорят? Иди к черту, Яра! Я не мог бросить тебя! Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Это на него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Что? Он, может, и повелся на твою игру с детьми. А я нет. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем. Да? Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма кусок, Эбби! Всегда была. С меня хватит. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее и им не изгадила. Эбби. Модный вид. Эбби. Все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем была утром. Лев успокоится? Конечно. Да. Поможешь мне его поискать? Он очень взвинчен. Да. Он убежал туда. Лев! Лев! Вернись, пожалуйста! Почему лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму. Боится, что она пострадает из-за нас. И есть чего бояться? Ему сейчас о себе надо подумать. А что с ней могут сделать? Иногда родителей наказывают за проступки их детей. Но наша мама очень набожная. Я думаю, ее не тронут. А есть варианты, как ей помочь? Уйти она не согласится. Ее не убедить. Меня больше волнует, что она скажет ему. Лев! Лев! Прости! Лев, выходи! Лев! 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 Интересно, а это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан? Он тебе в этом признался? Нас с ним сблизил страх смерти. Он сказал, ты храбрая. Врет он все. Не знаю, как тебя благодарить. Ты слышишь? Лев! Яра, не бойся. Не бойся, она хочет поиграть. Привет, милая.
Что принесла? Она тебя не тронет. Так, смотри. Апорт, Элис. Она хочет, чтобы ты опять ей кинул. Ладно, еще разок. Да, теперь быстро. Попробуешь? Мне кажется, лучше не стоит. Она же не укусит, правда? Нет, обещаю. Можно еще кинуть? Она будет только рада. Надо идти искать дальше. Думаешь, вашу маму точно не переубедить? Если она его увидит таким, своими руками придушит. Он много тебе рассказал? Не особо. Я слышала, ваши называли его Лили. Долгое время я не понимала, почему он критикует законы, традиции. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает, я сказала: никому не рассказывай. Я надеялась, у него это пройдет. Какое-то время он держался. Но потом побрил голову. Как делают мужчины. Это был приговор. Тогда вы избежали? Сперва я на него наорала. Ударила. У меня есть идея. Давай найдем ему подарок. Пошли. Как думаешь, зачем он это сделал? Ну, постригся налысо. На прошлой неделе он получил назначение. Он хотел быть солдатом, как я. А его решили выдать замуж за одного из старейшин. Таков обычай. Бедняга. Где Санта-Барбара? Это в Калифорнии. А где Калифорния? Вот, смотри. Это Сиэтл, а это... Санта-Барбара. А наш остров?
В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко. Да. Хорошо. Должно же тут было что-то остаться. Не-а. Такое фуфло нам не нужно. Миленько. Видишь что-нибудь стоящее? Нет. Ищем дальше. Может, это? Идеально. Мел не права, кстати. Ты хорошая. Ты меня не знаешь. Нет, знаю. Эбби, перестань воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой... океанариум? Мои вещи? Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Ты видел Лева? Да, он был в том зале. Ясно. Можно на два слова? Я догоню. Хорошо. Она не поняла, что я шучу. Не лажу я с детьми. Да. Но вот ты им понравилась. Так ты едешь в Санта-Барбару, так? Не могу. Почему? Сам знаешь. Мы что-нибудь придумаем. Уже поздно. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем быть счастливы. Эбби. Имеем на это право. Ты слышал? Куда это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? Пара часов. Черт. Мы его опередим. Возьмем катер на пристань. Эй, она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. Я хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лодку. Расставь приоритеты. Яра, пошли. Вон там причал. Ты как? Нормально. Ладно. Здесь побывали псы? Мы оставили там несколько лодок. Ясно.
ловлю. И я справлюсь. Вперед. Осторожно. Как мы доберемся до твоей деревни целыми? Мы можем причалить в неприметном месте на берегу. А оттуда мы пойдем тропами. Тропами? Там вполне безопасно. Как считаешь, лев может передумать? Нет. Слишком упрямый. Он понимает, на что идет? Я думала, да. Он сильно привязан к ней. Но ведь она его мама. Только она смотрит на это иначе. Нам отсюда пройти к причалу. Кажется, нужно идти в обход. Нам сюда. Руку не намочи. Уже поздно. Стой, я сама. Все, залезай. Нам просто надо подняться и обойти. Ладно, я поняла. Яра.
Побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сама. Ладно? Ладно. Хрена. Мэнни. Ты тут одна? Да. Черт. Снайпер, меткий урод. Зачем ты здесь? За лодками. Сегодня вечером мы атакуем остров. Но тут вылез этот пендель. Я послал за подмогой. Помощь на подходе. Вроде. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну тогда... Поможешь мне с этим гадом? Давай. Не суйся! Перепил весь мой отряд. Ничего, он свое получит. Сраные чужаки. Какие чужаки? Взялись из ниоткуда пару дней назад. Атакуют нас без конца. Почему? Не знаю.